Всем привет! Вы на канале Кукушоу. Мы снова выбрались на то же место, которое нашли, село Троицкое. Выехали сегодня пораньше, сейчас буквально 4:30 уже были здесь. Олегович, он еще раньше, он 4:30 здесь оказался, хотя, мне кажется, все это время бездельничал. В общем, делаем наконец-то профессиональный прикорм. Ну, это я, он-то умеет его делать. В общем, прикорм в итоге по консистенции должен казаться не то чтобы сухим, не то чтобы влажным. Как бы так объяснить? Он должен быть как кинетический песок у детей. Когда его можно сжать, допустим, лепешка, вот она. Но только ты эту лепешку вот так вот начни трясти. Ой, еще у меня плохо. И она должна осыпаться. Короче, вот сижу, вот так вот. Как бы это сказать культурно. В общем, знаете, что я придумал? Если было бы сито, было бы просто здорово. Через сито это все пропускать. Ну, в общем, налил слегка больше воды. Оказывается, это вот когда превращается в пластилин, это прям не то, что нужно. Это, как говорится, не то пальто, и это ничего из этого хорошего не выйдет. И вот теперь все обратно перемешиваю. Хорошо, что взял достаточно много прикорма. Ну, точнее, базы. Ну, сейчас попробуем уже с настоящим подходом, с серьезным. Может быть, что будет сегодня интереснее. Ну, давайте. Все, пока. Ох, солнце. Вообще ничего не вижу. Ну, в общем, наконец-то я закормился. Ситуация такая, еще и советов получается. То есть здесь нет какой-то явной бровки вообще. То есть просто идет равномерное углубление. И получается такая ситуация следующая, что ну, зацепиться за что-то довольно сложно. Кормушка несет. У меня 120-я кормушка довольно крупная. Что делать в этом случае? Тогда нужно просто кидать без закорма. Ты видишь, что кормушка очень много откидывает. Значит, увы, этот закорм, считай, высыпался. Закидывать пустую. И смотри, чтобы я не тянуло. Смотрите, тянет. 5 оборотов ближе. Снова закинули. Снова. И так пока не поймаете момент, где больше ее не тянет. Потому что получается, что, ну, бровки, повторюсь, нету. Просто равномерное углубление. И мы, значит, просто рыбу собираем у какого-то места. Но у того места, где кормушка будет падать и оставаться. В моем случае, если честно, это получилось, наверное, 25 метров. Но это так правильно, чем кидать. И она каждый раз непонятно куда, к чему приводит. Вот так вот. Ну вот я, в общем, закинул 5 кормух большущих, плюс 2 промазал, вот эти вот пока искал. Ну те 2 жалко, только мешать будут. Ну, в общем, погнали. Так, Олегович что-то тут вцепил нормально. Давайте ему поможем. Подъязок. Олегович, твоя мечта сбылась? Ну ты же не, в смысле, ты же подъязка хотел взять. Но все равно, в общем, хорошее начало. Уже были пару крупненьких. И вот подъязок. Сегодня на вечер, может, Олег все-таки в гости придет. Потому что я шикарно их готовлю. Так, ты сейчас... Конечно, все, я все несу садок. Ты что это? А ну-ка, окстись. Да что не понимать, вон тащишь же. Давай его в садочек ко мне. В общем, поставили на хищника. Была поклевка, но почему-то сошло. В общем, у Олеговича сегодня в ударе, потому что я занимаюсь чем угодно, как он говорит, но только не фидерной ловли. Да? Что, зацеп? В общем, я тут на хищника цеплял, что только не делал. И теперь получается, что Олегович тащит все. Вон, вижу. А я, короче... Аккуратно, потихоньку, сильно не дави. Ага, не дави сильно. Вижу. Подожди, нет, на меня чуть. Не бегай за ним, ты зачем? Ты не то делаешь. Ты поставь. Все, стою. Ага. Есть. Хороший. Хороший. Ну, Олегович, если ты не придешь в гости, я прямо... Вот это? Так, ну, в общем, вот такой замечательный ясь. Ну, подъязок шикарный. Не, сидит. Да, я сразу как раз на себя делаю. Это видно, смотрел свой эффектив. Да.
Покажи, Иван. А, вон она внизу, да? Небольшая? Ну, то я подтолкни хоть по поклевочку. Тянем. Что-то интересное. Мама не пустит. Давай, давай, я не дойду до туда. Тут что из дырку не заинчурился? Блин, заснял, не заснял, конечно. Я что-то за камерой вообще не следил. Ладно, все, хорош. Он сидел, он клевал. Это атакует уклейка. Расскажите про уклейку сегодня немножко. Ну, уклейка сегодня действует организованно, слаженными группами. Атакует, не оставляет шансов. В принципе, почти выдавливает крупную нормальную рыбу. По большому счету, я считаю, что нужно принимать меры. Так что мы ее пытаемся вылавливать, наказывать. Уклейка. Нет, это маленький подлещик. А, это подлещик? Ну, вижу, он плоский. Да. Мы что сделаем? Это большой леща. Ну вот и подошла наша рыбалка. Второй раз на этом месте. В это отнеслись серьезнее, скажем, пришли в 3:30 уже утра. Ну, это Олегович был. Я где-то 4. Олегович, конечно, показал нам чудо просто лова. Чудо, как замешивать. Теперь у нас есть многие знания новые. Все покажем, объясним. Ну и итог, соответственно, более интересный, чем было, наверное, все, что было до этого. Сейчас, в общем, вам покажем. Вот такой вот у нас. Значит, вот такой вот у нас улов получился. Здесь есть, ой, бляха, муха. И покажу парочку. Вот у нас. Это Олегович отличился. Уж будем про его заслугу, хорошенький везёк. Вот, ну и Вован. Ой, и Вован здесь вот. Здесь тут уже фиг разберешь, короче. В общем, суть одна. Суда, а, судак. Но это надо сказать. Поймал судака, зацепив его за бок. Не знаю, может, он хотел моего там чебака какого-то мелкого долбануть. Но, скажу так, рыбы достаточно. Хорошо отловились, учитывая, что, в принципе, вся она поймана на 3 удочки. Это классно. И главное, было интересно, да, поклевки просто были нон-стоп. Ну все, давайте.